В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» секретарь Одинцовского отделения «Единой России» глава муниципалитета Андрей Иванов проинспектировал Одинцовский роддом. В 2022 году Одинцовский роддом получил сразу несколько единиц медицинской и вспомогательной техники. В частности, стерилизационные автоклавы и передвижной палатный рентгеновский аппарат экспертного класса. Андрей Иванов также пообщался с пациентками роддома. Все они отметили не только высокую квалификацию, но и внимательное заинтересованное отношение сотрудников – от врачей и медсестер до техперсонала. В 2022 году в Одинцовском роддоме появилось на свет около 3000 новорожденных. В 2023 году коллектив планирует перешагнуть рубеж в 3500 родов.